Привет, зрители! Это у нас пауки-крестовики. Они семейство крабовидных. И у них есть родственники. Они называются сеточники. У нас есть самка и самец. Они отличаются от друг друга. У них здесь такие вот пятнышками нарисован крест. У них есть жвало такое вот. Они свою жертву пищеварительную жидкость пускают. Они питаются мухами, мелкими насекомыми и редко пчелами и осами. Они рожают в осенью, а вылупляются они где-то в весной. Они аккуратно женятся, самцы, чтоб не съели их самки. Самка и самец. Они. Пока, зрите. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрите.